Встреча с представителем Фонда развития промышленности была организована при поддержке правительства Нижегородской области и органов местного самоуправления для представителей малого и среднего бизнеса Сарова. Предпринимателям рассказали о тех инструментах поддержки, которые может предоставить фонд. У меня лозунг всегда один. Мы вам помогаем, привозим людей, помогаем с развитием, а вы нам даете новые рабочие места и новые налоговые отчисления на все, собственно, на все уровни, начиная от Нижегородской области и, конечно же, городским бюджетом. Фонд уже оказал помощь многим предприятиям из разных регионов России, в том числе заем получили 15 проектов из Нижегородской области. Его миссия заключается в том, чтобы инвестировать на условиях на возвратной основе, но дешевые, под небольшие проценты, под 1, под 3, под 5, по разным программам, давать займы под инвестиции предприятиям, которые вот попадают по акведам под ведомственным Минпромторгом. Проекты, которые фонд готов финансировать, направлены на разработку новой высокотехнологичной продукции, модернизацию и создание конкурентоспособных производств на базе доступных технологий. Также на встрече речь шла о существующих программах субсидирования коммерческих инвестиционных кредитов, выдаваемых коммерческими банками. Внешне это все красиво, да, мы помогаем, получается, малому бизнесу, но по сути деньги, это государственные деньги, бюджет перекладывается в карманы коммерческих банков. Предпринимателей интересовало развитие внебанковских финансовых инструментов, через которые государство могло бы финансировать развитие бизнеса под более низкие проценты. По мнению представителя Фонда развития промышленности, его ведомство, которое финансирует развитие бизнеса под более низкий процент, показало эффективный результат. В прошлом году фонд выдал более 20 миллиардов различным предприятиям. Однако при правильном подходе объем помощи можно увеличить в разы. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.